Всем привет, друзья! И вот, как говорится, ищите, кому выгодно то или иное преступление, и вы выйдете на преступника. Я думаю, что более большой выгоды и больших козырей не получил никто от этого события, которое происходит в Кротус Сити Холл. Это получила только российская власть. Я думаю, что путинскому режиму это все было выгодно. Первое. Можно, так сказать, проталкивать смертную казнь в России. Второе. То, что можно заблокировать Telegram приложение, потому что через него якобы эти преступники получили заказ. И многое, многое чего другого. А именно то, что сейчас начнется прессовка всех лиц кавказского, так сказать, прессовка лиц кавказской наружности. Короче говоря, Путин получил почти все козыря.